Сегодня в Чебоксарах на улице Ленинградская, 26, где жил государственный и общественный деятель республики Илья Прокопьев, открыли мемориальную доску. Он был первым секретарем Чувашского обкома КПСС. Именно благодаря его усилиям и стараниям в Чебоксарах построили тракторный завод и открыли Чувашский госуниверситет. Всю свою жизнь Илья Павлович принимал активное участие в работе республиканской ветеранской организации. Дважды был награжден орденом Ленина, имел медаль за отвагу в годы Великой Отечественной войны, удостоен звания почетный гражданин Чебоксар за трудовые и общественно-политические достижения. Он был таким и другом, и советчиком. Мудрость – это тоже, безусловно, одно из его качеств. Просто невероятная мудрость. У него всегда были ответы на все вопросы. Он очень сильно переживал, когда наша страна страдала в застойные времена. Он переживал душой и сердцем. Он мог помогать советами. Он участвовал в переосмыслении тех событий и очень много сделал для того, чтобы страна вышла из этой трудной социально-экономической ситуации.